привет! Сейчас я покажу вам, как с помощью утюжка сделать локоны. Как правильно крутить локоны, мне подсказала девушка под ником GoldNatalie8. Она посоветовала держать утюжок параллельно полу, когда крутишь. Как она мне написала, девушка, попробуй, когда накручиваешь выпрямитель, держать параллельно полу. Так кудряшки выразительнее получаются. Это написала, повторюсь, девушка под ником GoldNatalie8. Спасибо тебе огромное, потому что, если честно, я путалась все время, не знала, как правильно накрутить. Потому что они получались одна туда, другая туда. Я думаю, неужели я что-то неправильно делаю? Ну, оказалось так. Действительно. И благодаря вот девушке GoldNatalie8 я научилась крутить свои волосы равномерно и красиво. Вот, она объяснила, как я поняла, это делается примерно вот так. Берется ваша прядь, берется утюжок, вы берете вот так прядь, защемляете, потом переворачиваете утюжок на 360 градусов, вот так, чтобы вот это стало снаружи, оказалась прядка. И медленно-медленно вот так прям хорошо сдавите, опускаете медленно-медленно, параллельно полу, вот так опускаете до конца, и чик, и у вас закрутился красивый локон. И так постепенно все пряди. Если вам интересно, смотрите дальше. Всем спасибо, приятного просмотра, пока-пока.